Плюс тихо. Здесь вот есть. Ага. Ну вот, он стоит в полуметре от дна. Вот это перспективная лунка, здесь камушек какой-то лежит на дне. Ну вон плавает, блядь. Вот, а я сейчас только что отсюда. Они стоят не на дне почему-то? У меня вверху взял, уже на самом верху, блядь. А в полуметре? От дна, вот считай, вот дно. Сейчас опустим. Вот дно. Сейчас насколько поднимаем. Есть контакт. Ух, прогонистый какой. Худой. Высоко взял. Высоко взял. Чего ты не хочешь выходить? Опа. Ты, блин. Чё у меня все ломается? Крючок отскочил от мормышки. Капец какой-то. О, хороший. Ты говоришь, мелкая мормышка. Мормышка мелкая. Рыб крупный. Вообще самую маленькую. На 3 миллиметра. Подобрал ключик к вам. А здесь еще мотылика подсадить. Солнце. Или как видать. Снег проливной. Прямо сплошной стеной. Кабан. Да я что-то фотоаппарат-то последнее время не беру. Можно с этого же выдеру. С видео. Если войдет, то рот прорвется у меня.
расщеперился. Ты его подальше вытяни, он еще больше станет. Вот. Нормально. Ну как, вот так подальше вытаскивает о себе. Он больше размером получается. Ну, хвост загнул. Дорастать, дорастать, тихо, не дергайся. Отпустим тебя к мамке. Побеганец, протобюранец. Чайник, тащи. Хорошую мормышку-то оторвала. Золотую. Тульскую. Штучную. Самодельная, что ли? У меня таких нет. Я вытаскивал на мормышку щук. Я тоже вытаскивал. А, за губу так зацепится. Ну, но она так качнула, я что-то сходишь, так ее, тынь, она так стоит. Все. Надо было желание загадывать. А? Желание надо было загадывать, пока не убежала. Ну я так кто не слышал, чтобы здесь щук ловили. Да-да. Я тогда бур давал, так мужики вот по этой стороне. Туда далеко протащили. Поймали? Ставили. Поймали. На жерлице? Ну, они, наверное, штук 40 или 50 жерлиц. Стальную надо, у тебя же есть стальная. Я-то оторвал в прошлый раз с этой леской, блин. Гнилой. Ух ты, что-то крутит.
хотел. Чуть побольше. Не хотел в лунку заходить. Ну нет, подальше от тебя, иди отсюда. Не, ну хоть заходи, сюда не выключи. Тут не клюет, блядь. Поджопник не нужен, блядь. Да Саня и посмотрел здесь, что нет рыбы. Здесь тут есть, я сюда вышел. Ну пару тут бомбит нахуй. Да я тебе говорю, он на пустого опарыша клюет. Мотыля сбивает буквально там за 2-3 поклевки. Это значит, если опарыша нет, вытаскивай и меняй. А так уже рыбу поймал, подсадил мотыля. Ты что, ты идти не хочешь? Зависит от того, какой ты дашь изгиб. Если вот так поставишь ее туда, она больше трястись будет. Вот. И когда я веду, Саша, у меня получается три разных тряски. Я потом выпрямляю, да, она уже по-другому трясется, уже медленнее. Когда видишь, мачта стоит как. А если я пошел выше, да, например, то она почти не трясется тогда вот так вот. Это уже третья будет тряска. И когда вот таких три тряски, на одну из них бывает берет. Не берет на одну. Раз, и потом раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и пошел. Клюет. Он бывает не берет. Раз, бывает переостановишь, раз, пошел дальше. Есть другой вариант, на месте приостановили, несут, потом дальше поднимают. Здесь он не хотит что-то дальше. Потому что прикоснулся, он уже не ушел. Опа! Видел? Ну, сейчас-то уже не прикоснулся. Не факт, что это мелкий, что такой середнячок может так взять. Вот. Вот он за ним вполне мог идти. Или вот пошел сразу такой размашистый. Не очень быстрый. А вот если с того же места, откуда он взял? Можно, я пробовал, бывает поклевки, да, тоже. На высоте. Я вставал и на своем рост, да, поклевки были. Нет, я имею в виду, вот он. Вот он взял и опять до этого же места отпустить, не до самого дна. Опа! Под люка. Он за ним пошел, я пускать стал. Я не смотрю, потом чувствую, что-то не то. Как в сторону леску типа потянул. Вот он. Задержку дал, и все, сейчас взял. Сейчас возьмем, камере поднесем, вот такой будет. Рука-то болит. Вот тебе шуруповерт и ебани. Олегу, блядь, палец вывернул, мне руку. Но зато мышцы не болят. Вон она, видишь, опухла. У Олега перчатку аж порвало. Да я видел. Это знаешь, потому палец что мы посинел начали тоже. Заниматься, как знаешь, вставляют, что вот ты эти зажимаешь, нажимаешь, она жик и закрутила, блядь, эту сверло или что-то. А тут так нельзя. Вот ему сначала, а потом я не понял от чего, потом сам и чуть мне, мне аж в глазах потемнело, блядь, ептать. Я думал, мне руку вывернуло наглухо. Сел, посидел, блядь, нахуй, потом это... Давай снег прикладывать, сразу холодный. Ой, блядь. После 60 мозги-то вообще плохо ловят, блядь, нахуй. Умные-то люди на грабли один раз наступают, блядь, нахуй. А вот тут Олег наступил, и следом я наступил. Надо было еще тебе дать, чтобы ты себе вывернул что-нибудь.
Типа заверни шуруповерт. Нет, просто я скажу так, что мозги, Саша, уже по-другому варят, и как компьютер зависают. Почему вот аварии старики на дорогах или что делают. Просто такие секунды зависает, а потом уже поздно, когда... И он не может понять, как он это... Видишь, он тогда это, а на падающую взял. Опа, придавил. Он просто балуется, что-то это и все, что это не поклевка как такая, хоть и придавил, и остановил. Почему под морду бывает подсекаешь его? Ну он не факт, да, что он ртом-то это трогает. Да вот эти, вот почему подъемные съемки, я вот когда где-то, я смотрю подъемные съемки. Что я смотрю? Я смотрю, как он берет, как он что, почему поклевки пустые, почему что. Опа, опять, видишь, не успевает, что опять придавит, как бы выплевывает. Что, например, как вот с балансиром показывали. А он его это, он его бьет, разгонится в бочину ему. Трезь балансиру, а сверху поклевка подсекает, нету ничего, подсекает, нету ничего. А съемка там показывает, что он не хватает за крючком, просто в бок по центру трезь его мордой, блядь, отскочил. Уже забил. Окунь поплыл в снег. Окунь, снег поплыл, один хвост остался. А это, говорю, вот смотри, ты ходишь, почему окунь ищешь, да? Если ты угадал, например, вот как вы сели, угадали, все, целый день дербань, как я тебе и раньше говорил, это с одной лунки. А бывает, целый день бегаешь и не можешь найти. Просто вот я не люблю в кучу залазить, сидеть, да? Я начинаю почему-то так уж бегать. Тудым-судым, а так я пошел туда, там, это все, что я не полез к вам в кучу. Вот, давай искать, потому что ну не может он в одном месте. А бывает так вот, что пробегаешь и черта с два. Вот. А в куче не факт, что ты ловить тоже будешь. Почему? Потому что бывает такое, что вот ты ловишь, да, рядом буря частенько бывало. Нифига, никто не может ничего. Один человек таскает, и все, он собрался около одного. Или ему игра нравится, или что. Ну что-то есть вот так. И, скорее всего, игра как мормышка, как она от себя дает вот эти волны какие-то. Вот. Может на дне что-нибудь. Может на дне что-нибудь. Там ну, вот такие эти. Вот поехали на рауху. Я нихера не поймал. Все, что. Я считаю сколько. 2 года почти не ловил. Зиму. Все. Башка такая цвета. Все. Нет. Потом я проанализировал. Почему я что. Не надо было мне траву. Надо над травой было трясти. И он выскакивал бы и брал. Вот так. Не надо бояться. Это бывает, я говорю, что сядешь. Ну просто одну. Привычно, что постучать по одну. А? Ну что постучать, да, по да, одну. Да, вот эта привычка, он бывает пол воды берет. Как мы на судоподъемнике раньше можно было ловили, да? Эти ловят, я еще только начинал тогда, я не ловлю все. Я говорю, что такое там, вот ты как ловишь? Я говорю, со дна как? Она говорит, в пол воды стоит. Я в пол воды делаю и попер его. Правда, битого много, вот это вот. Ну, там его бьет, когда он... лезет в эти, ну, где спуск воды. Вот. То бок там это его камни шар жахнет. Как. Потом также налетал в это на пашином. Мы бачили, где вот этот упчёрный плёс у них там или что, когда со стороны Несея. Как-то раз и все, а он в пол воды до такого кунь крупный, хороший шел, что и здесь. Да, ему удали, блин. На, потом пойдем кверху. Вот они вот так вот сработают. Это потом поклевочка что-нибудь раз и все что-то. Ну вот он уже это плохо что-то. Мне надо новую лунку попробовать забурить. Сейчас забодяжу в новую лунку с этим. Что повел там? Руку уже вывернут, и не страшно. Можно другую выворачивать. Давай сейчас это забурим все. Ты когда вот это вылетает со временем, да? Да я понял уже, ручка, Олег мне рассказал. Что надо вручную заворачивать, Саша. А мы-то с дуру, блядь, ты держи, а я сейчас скоро утону, блядь, нахуй. Это он палец вывернул, а я тоже начал, у меня вылетело вот так вот. Раз, и мне как он вывернул руку вот так вот, аж мама не горюй. Как говорится, это...
богата Россия дураками. Привет, живи. Когда так почищаешь, он лучше. Можно и за раз пройти, но это, и вот туда. Поэтому так заткнулся, а сейчас почистить. Сразу лунка чистая, да? Все чистая луночка. И вот здесь сейчас. Так, где у нас тут еще? Вот тут можно шарахнуть. А вот она. Микада, можешь сказать. 115 ньютон на метр, 18 вольт. Цена за пустым аккумулятором 20-ка. Что тебе? Дай чего-нибудь. Видишь, плойку? Плойку? От колбаски-то он не откажется. Так, отходи, рыжий. Надо же тебя дурака учить. Мастер-класс от опытного рыбака. Вот, выучи нахуй на свою голую. Он тебе хвост поднимает. Учил его. Куда? Фу! Отойди. Тут ты мне запутаешь все. Да, мы только лунок набуровили, и ты говоришь, поехали. Что, не клюет, что ли? Говоришь, опытный рыбак. Иди взбодрись, пробуди пару лунок. Второй палец вырви себе. Как это? Любой... Чем опытный рыбак от неопытного отличается? Опытный рыбак, даже ничего не поймав, найдет причину, почему не поймал. То ли луна большая, полная. Тут то ли полная луна, то ли ветер не оттуда. Да, то ли ветер не оттуда. А неопытный рыбак будет все сваливать на свою неопытность. Поклевочки как эти. Он не берет в рот, он что-то, не знаю, как придавливает или что-то ее. Как ершовые поклевочки такие. Трынь. Он и окунь так берет, бывает. Что там Олег уже устал рыбачить? Устал от рыбы снимать с крючка. Перельется, она сейчас тогда поедет. Перебывается уже. Ну да, я смотрю, что он. Ему скучно стало, я ушел от него. Ну, потрещать не с кем. Ну. Выучи вот на свою голову, потом от тебя и бочку катит еще. Учил его. Он же долго не сопротивлялся на эту на рыбалку на зимнюю. Его как-то привез на мясо комбинат. Так он в шубе закутался в тулупе в этом и так и не вылез из машины. Окно приоткрыл, нос высунул и смотрел, как я рыбачу. Я говорю, ну что ты, нет, холодно. Но я привез его там больше 20. А тогда же этих... А меня Олег первый раз привез, больше 30 было. Ну, в смысле, ниже. А потом-то это... Короче, поехали мы с ним это. Кто-то сказал, что берет на этом. На Харюза он рассказал. Да, на Харюза это. Я его говорю, поехали съездим. Все. И он попал как раз. Тогда мы штук по 60, наверное, взяли.
холюсков. Он это вспоминает постоянно. И он загорел. Опа, да что тут, тык-тык. И он это... Второй раз поехали, я больше сотни взял. Сколько он, я не знаю, там это все. Вот тот год его было это... Ловили хорошо. И мы попадали, вот когда приезжали, что он целый день брал, представляешь? Потом он стал уже так, это что только утром, потом вечером после пяти уже приезжали. А тогда вот мы попадали несколько раз, он убрал целый день. Вот не ушел же он, видишь? Так, раз, два, три, четыре, пять. Подкинули. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и пошли кверху. Частенько срабатывает такая техника. Или когда по дну стучишь, так вот, что бывает, хап. Остановим, нет. Опа! Аж загнул. И нифига. Даже не черканул. Или он за конец этого поймал? Попер. Мотыля? Ну да, ну загнул аж кивок. Ну, если бы в рот, то ясно, что он за конец мотыля. Опа. Опа. Тык-тык. Что ты, блядь, хули, на экран хочешь попасть, что ли? Я, блядь, весь город смотрел. Ну тебе не одному звездой Ютуба быть. Да, ты у нас там, я смотрю, все советы раздаешь. Что у меня выпытал, блядь, нахуй, что это, подсмотрел и раздает. У меня там и нету почти что. Там Саня только один показан, как ловит, и все. На лодке вот там. У меня как раз и нету нигде. Я всегда за кадром. У Саньки одни руки там, не ври. Руки и удочка. А ты везде там шаришься? Да где там шаришь? То сбоку, то из-под мышки выглянешь, то из-под ноги заглядываешь, ну, да, в камеру. Я решил чайку маленько побаловать. Че, все, собрался? Конечно. Ну поедем сейчас. Мне уже надоело. Да он берет, ну тоже. Ну я так это где-то штук под 80 шарахнул, конечно, но. Я хорошо вот здесь пришел, сел. Как пошло у меня. Я с одной лунки под полтинник взял. Потом еще тут побегал. Ладно, не буду на это, судьбу дрочить. Зря лунок набуровил. Да хрен с ним, у меня рука болит. Ну смотри, опухло. У меня не могу как палец, как вертанул, блядь. Все, пиздец, что-то. Не поднять. Опробовали технику, мать твою, блядь, эти компьютер, нахуй. Насоветовали. Чуть без рук не остались. А что, привык по привычке, как это, типа зажмешь и сверло это держишь. А тут раз как она крутанула Олегу, блядь. Рукавицу порвало, блядь. Я не понял, почему или что нахуй. Там начал делать, и так же у меня вылетело, так же, значит, заворачивал. Мне, только мы ему так, а мне аж руку туда, что-то сейчас сломанил, ты хорошо отпустил. Это. У него-то, видишь, что это, что один палец, потому что это, ну, порвалась эта рукавица. А у меня ничего не порвалось. А вот оно, в чем дело. Он тут уже... Сожрался. Все съел, подлюга. Ну, чики-хуяки. Видишь как? Что положил, все на месте лежит, все эти дела, вот, чтобы тут не мотать ничего. Если кому-то лень мотать, да, пожалуйста, второй ряд из пластмассы сделал. Тут у меня и эти, и удочки еще запасные. Вот тебе три с этими, с блеснами, все, вот тебе жаротва, вот тебе прикормка, вот тебе аккумулятор запасной, все на месте. Вот. И для тебя прикормка еще. Да. Рыбу не дам, а колбасы могу дать. Даже у вас не едят, блин. Да? Что колбасу давай я съем. Покажи его рожу, она рыбу. Вон опыт уже. Только одна погасла, а три все. А что это, а лунок? Под 30. Вот она.
где-то 5 штук стоит, как с куста. Это аккумулятор? Да. 7-5. Трех трещин. Шести уже, шести уже, 6,5. Хрена. Это левая, да? Это хорошо и вверх. Все травы. Заправлять надо, чтобы можно стакан заправляться. Thank you.